Friends, this is a fantastic moment here. This is a new age for the Europe. This is a new age. Дорогие друзья, началась новая вера любви выше любой любви, которую мы когда-либо чувствовали. Это вера в то, что Европа может стать единой. Она уже единая. Как мы ее чувствуем, как мы это переживаем? И как мы это делаем уже практически. И наш путь — это путь постижения. И то, что мы сделаем, то и постигнем. Все в наших руках. А сейчас мы сделаем очень конкретное практическое действие. Будем продолжать объединяться. И вокруг того вот отрывка, что прочитает Крис из Хорватии. Мы собрались здесь создать группу, все те, заинтересованы идти путем и методикой Бааль-Сулама. Это путь, как подняться до уровня человек и не остаться на животном уровне. И как сказано, вы называетесь человеком, вы и никто другой, не дал поклонники. И это очень важный момент. В это особое время, это тот момент, к которому мы все готовились. Все сосредоточено сюда, сейчас. И одно из величайших сердец, не знаю, несущий самый большой смысл, но просто ты его видишь, и ты доволен. Человек, который может себе позволить подняться над собой. Тот, кто позволит себе превзойти все, что может стать на пути. Человек, который может раскрыть свое сердце. Прошу. Спасибо, Кристиан. Я вот только приехал, где-то 15 минут тому назад, когда открыл дверь такси, встречаю Кристиана, а он мне говорит: ты будешь говорить на Ишиват Хаверим. Я думаю, ну я потрясающее ощущение. Так сразу начать конгресс, подняться над эго и почувствовать товарищей, почувствовать атмосферу. И я сейчас здесь, я говорю на собрании товарищей, и это потрясающее ощущение. В первую очередь быть здесь, видеть вас всех. И вспомнить, как во все это время подготовки все соединение, что мы делали, поверх всех помех, все мы, как мы поднялись на поверх всех этих препятствий, и сейчас мы здесь, и у нас есть Рав, и вся Европа здесь, и все товарищи здесь, объединение здесь. И, пожалуйста, товарищи, открывайте ваше сердце. Мое сердце уже переполнено. Поделитесь объединением.
Лехаим Хаверим. And while we're trying to open our hearts really hard, there are friends that are open-hearted. И мы сейчас раскрываем сердца наши товарищи, которые уже горят. И у них полно любви для того, чтобы поделиться с нами. Они переполнены впечатлениями. Следующий товарищ, который сейчас будет делиться с нами, он присоединился к нам, и у него есть так много чем поделиться. Разиэль. Спасибо. Как здорово быть здесь. Я приехал и думал, что я приехал готовый. Но невозможно подготовиться для Творца. И насколько это вообще поднимает, вот находиться среди таких больших и стольких товарищей и попробовать говорить от сердца, это просто, ну, потрясающе. Для этого-то мы и должны быть здесь. Для этого Европа должна быть единой. Потому что мы все одно. Нам нужны товарищи, которые признают это и будут напоминать об этом каждый день, каждую секунду, на каждом дыхании. Спасибо. As we continue to massage our hearts, так мы продолжим сейчас массировать наше сердце. Я помню, когда я был в Израиле и встретил кого-то из Италии с поразительной улыбкой, которую вы только можете себе представить. Он мне так помог. Он мне помог в самый тяжелый момент, который у меня был. Вы даже представить себе не можете. Так, как он говорил, как он пришел и поделился со мной, раскрыл сердце, поддержал меня и сделал меня лучше. Я просто обязан ему жизнью. Я настолько рад, что я хочу представить сейчас Давида из Италии. Он дает нам столько много сил. Он всем нам дал возможность подготовить конгресс. Он пример для всех нас. Давид, пожалуйста, поделись своим сердцем. Это причина того, что вот я нахожусь здесь и в какой-то такой совершенно потрясающей, совершенной реальности, и общество такое совершенное. Я нахожусь вот в этом совершенстве. Я чувствую разницу между собой и этим совершенством. Это совершенство показывает тебе прямо вот так, в лицо, показывает тебе, кто ты. И говорит тебе, ну посмотри, посмотри, кто ты такой, посмотри на это окружение, это все. Впрыгни внутрь, почувствуй это давление. Мне это нравится, действительно, мне это нравится. Это такое вот ощущение усилия и... Но мы... Это значит, может быть, это где-то там, вот близко, за углом, то, что мы ищем. Но ты знаешь, в данный момент ты находишься в этой матке. И когда кто-то говорит на Ешиват Хаверим, вначале, когда я начал только учиться, я так, пытался понять, что это такое, вот когда говорят? И правило, вот оно оказалось такое. Надо говорить, восхваляя. Восхваляя группу, восхваляя товарищей. И это великолепно. Сегодня товарищ задал вопрос Раву. Рав, вы можете сказать как-то вот просто, как прийти к объединению? Я думаю, что это очень просто. Когда ты об этом вспоминаешь, просто, вот так. Вот как мы сейчас. Просто видеть, насколько, сколько добра есть в каждом товарище вокруг нас. И если вот
придерживаться этого правила, ты видишь, насколько каждый совершенен. Лахаим. А еще у нас есть целая группа, совершенно уникальная. Вы знаете, они тоже новички. Это самая молодая группа, которая у нас есть. Они только недавно соединились. И даже не все закончили Education Center, Mac Online, но очень стараются. И почему они все такие молодые? Потому что они все время добавляют. Мы знаем, что самое главное — это быть не просто рад тем, что есть, а рад от того, что ты можешь добавить. Все время добавлять и добавлять. И когда ты уверен, что все, что есть у них, им этого недостаточно, им всегда есть что еще добавить, еще любви к товарищам. Я с большим удовольствием предоставляю группу, которая всегда добавляет даже больше, чем это только возможно. Больше логичного. Они добавляют только любовь к товарищам. Это колоссальная группа из Петах-Тиквы. Больше всего, что мне хочется вам сказать, хаверим, это послушать вам, как бьется мое сердце. И я бы хотел поделиться с вами ощущениями этого конгресса, подготовки к конгрессу, важность этого конгресса. Вдруг в преддверии конгресса, именно этого конгресса, вдруг возникло столько всего, стало тяжело вдруг. И всякие отговорки появились. Насколько ты можешь этого всего не делать, не участвовать? Но именно благодаря вот этой тяжести, это самый большой конгресс, который когда-либо был. И когда мы вот были здесь, перед Ишиват Хаверим, нам организовали подготовку, и мы говорили о том, почему я думаю, что этот конгресс является самым важным конгрессом в мире. И я хочу вам сказать то, что сказали хаверим. Этот конгресс включает в себя так много товарищей, людей из многих стран, такие различия, как будто бы это облачается на нас, эта ситуация, и вся подготовка к конгрессу, все это война на слияние с товарищами. Схватить товарищей, каждую секунду зацепиться за товарищей, иначе ты не удержишься. Это самый большой подарок, который мы получаем от этого конгресса. Еще ближе соединиться с товарищами, почувствовать радость товарищей, которые там собираются. Ого! Самое великолепное, великое, что есть в мире. И дается нам возможность на этом конгрессе сделать то, что никогда не было этого. Все каббалисты ждали этого времени, объединиться поверх всех различий. И с такими товарищами, как вы, у нас все получится. И мой великий товарищ, который находится рядом со мной, тоже расскажет нам. И тоже передаст свое ощущение. Это не я, понятно, что речь не обо мне. Это сила настолько большая, которая вырвалась в последнее время. Мы все объединяемся вокруг этого явления, которое называется Европейский конгресс. Это только предлог для нас, чтобы появилась возможность объединиться еще раз. И как Юваль сказал, это объединение над целой кучей проблем, над тем, что, казалось бы, совершенно невозможно преодолеть, и тем не менее.
И тем не менее, мы добавляем любовь, добавляем желание объединиться. И сегодня, с утра мы провели семинар. Как я могу убедить Творца, товарища, который рядом со мной, взять и пройти Махсом? И это работа, которую мы должны делать все время. Мы должны смотреть на то, что происходит. Мы должны видеть товарищей, и мы должны убеждать себя и Творца, почему мы их любим, почему мы находимся там, где лучше всего находиться. И от нас зависит одна крошечная часть. Понять, что мы можем добавить, и понять, что эта возможность дана нам в этой реальности. Нам дана группа, и мы обязаны использовать эту возможность. Обязаны. Лехаим. Amigos, amigos.
we have been blessed with a unique opportunity here. The next speaker. Это особая возможность, которая нам дается. Тот, кто сейчас будет говорить, он всегда находится в подготовке. И без нее мы бы вообще бы даже не знали, где мы находимся. И то, что ведет нас через все расписание. Есть такое большое расписание с такой потребностью к свету. И это всегда с нами. Это Ребекка. Это женщина, которую мы очень любим. И мы очень хотим, чтобы она тоже поделилась с нами. I'm so incredibly nervous right now. Я очень переживаю сейчас. Очень. Находиться здесь, стоять перед вами. Этот конгресс начался уже неделю назад с подготовки. И все усилия, и любовь, и то устремление, которое мы вложили в подготовку. Я ощущаю себя такой маленькой перед вами, и я вижу, что передо мной стоит один мужчина с одним громадным сердцем, который превратит Европу не просто в нечто единое, а в новую реальность. И вы те, кто решат, как будет выглядеть будущее. Вы те, кто показывают нам, что будущее замечательно, наполнено светом и ожидает нас замечательное и наилучшее окружение из тех, которые когда-либо были. Я благодарю за то, что мне выпала часть быть среди вас и видеть вас, мужчин, идущих по этому замечательному пути, который раскрывает Творца. Большое спасибо вам. Friends, we see that it's something new we have here. Мы видим, Хаверим, нечто новое происходит в Европе. We're getting this new format also of Именно для этого и начинается новый формат Ешиват Хаверим, когда мы можем слышать и женщин, которые так нас поддерживают, потому что в Европе мы собираем все силы, которые есть. Мы знаем, что без женской поддержки мы не сможем сделать ничего. Они нас будят, они нас толкают, они подталкивают нас к цели. И есть пример, несколько примеров, потрясающих примеров. Одна из них — это Елена из Испании. Она тоже поделится и, в общем-то, даст нам возможность впечатлиться величием цели, которую она показывает своей деятельностью. My huge friends, brothers and sisters. Мои дорогие друзья, братья и сестры. На самом деле очень трудно говорить и обращаться к точкам в сердце, которые такие большие, которые так пылают. Но вы знаете, у нас было много проблем перед этим конгрессом, все связанные с целью. И главным образом на этой неделе можно было увидеть так много путей. Везде, на улицах, везде, где попала, я видела людей, которые нуждаются в нас. Я везде видела людей, которые в нас нуждаются. Я подумала,
для чего Творец мне показывает все эти запросы и потребности у людей, все, что им не хватает. А сейчас я поняла, я хочу передать все эти хисароны вам, потому что вы единственные, которые могут с ними что-то сделать. Нет никого в мире, кто бы мог дать решение на то, что мы вместе проходим. И я обращаюсь к вам, к величайшим людям в поколении, тем, кто могут совершить этот скачок, к тем, кто могут дать лекарство в мир. И никого на протяжении истории не было, кто бы когда-либо мог сделать или сделал то, что вы делаете. Лехаим. When we talk about the strength of overcoming, when we talk about, когда мы говорим о силе преодоления, мы говорим, что надо взять какую-то проблему и так ее перемолоть, пока она не исчезнет. И взять примеры от товарищей с колоссальным сердцем, и кто всегда там, не ограничивая себя. Мы сейчас послушаем Керен, нашу подругу Керес из Голландии. Пожалуйста. Вау. Я не знаю, что можно еще добавить. Большое спасибо. Ну что можно добавить моим подругам, которые сейчас говорили? Ну, во-первых, у меня было время немножко подумать, что я хотел сказать, но все забыл. И сейчас просто поделюсь тем, что на сердце. Я вижу наших мужчин. Я вижу вас вместе. И вы делаете все, что вы только можете сделать. И все для того, чтобы достичь цели. Все для того, чтобы реализовать цель творения. Вы, именно вы это делаете, это. И вы это делаете и для нас. Я очень горда этим. И я даже не могу передать словами, что я чувствую, когда я вижу вас на уроке, на утреннем уроке, когда я вижу вас здесь, когда я вижу вас, когда вы распространяете. И то, что вы делаете все, что только возможно для достижения цели творения. Я настолько горжусь вами, и мне кажется, что я говорю от имени всех женщин всего мирового клей, насколько мы гордимся нашими мужчинами. Вы все, вы та трубка, по которой проходит кислород, приходит жизнь. Пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете, потому что вы делаете нас счастливыми. Я бы хотела сказать большое Лехаим вам всем и большое-большое спасибо за всю подготовку, которую вы сделали перед этим конгрессом, и за то, что все вы это делаете для нас. Лехаим. Also, friends, just to remember that we are in the middle. We're in the middle of all. Только вот, чтобы мы не забывали, мы сейчас в центре мирового клея. Не будем забывать о группах по всему миру. Мы, в общем-то, вместе участвуем еще с десятками зеркальных конгрессов. И один из них, один из самых больших зеркальных конгрессов в России. Где? В Костроме. Пожалуйста, говорите. Друзья, говорите. Мы видим ваши ручки, но хотим услышать вас.
Красавцы, говорите. Дайте крикнуть. Слышно, скажи. Слышно? 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 Верона! Ребята, слышно, говорите. Дима, назад вернись. Дима, слышно? Раз, раз, раз. Дорогие любимые. Амичи! Амичи! Слышно? Дорогие любимые товарищи. Все, мы слышим, что вы нас слышите, это прекрасно. И мы хотим сказать, что, ну, посмотрите, то есть, какое тепло. Да. Мы рады вас приветствовать, мы любим, мы все одна семья, и мы здесь для того, чтобы все вместе в одном, вот все в одном таком кулаке, в намерении раскрыть свойства любви и отдачи. Передаю. Да, мы вас всех очень любим. Вы раскрыли, растрогали наши сердца своими лихаемыми приветами. Нас очень поражает, что такое сейчас единство в Европе. Мы это ощущаем здесь, в Костроме. Очень нас раскрыло всех. Я надеюсь, мы продолжим с не менее сильным устремлением вперед, и завтра и послезавтра Конгресс покажет, что он был единственный и лучший в мире. Единой Европе быть! Лихан! Лихан! Rising is the plan.
That's what we talk about. Okay, since we have... Yeah. Да, в этом-то все и дело. Ну, у нас уже нет много времени. У нас сейчас 3-4 минуты. Мы сейчас заканчиваем Миша Ватхаверим, и сейчас начнется урок. Давайте соберем все силы для того, чтобы сейчас выйти на урок и получить все, что Рав хочет нам дать. Собрать весь тот свет, который мы можем собрать вместе. И вот чтобы нам помочь, наш товарищ Даниэль, наш потрясающий товарищ, даст нам так, наставление на подготовку. Дорогие друзья, дорогие, любимые, я бы хотел поблагодарить вас. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы такие большие, за то, что я благодарен вам, за то, что я есть. Я чувствую необходимость, я чувствую требование и важность нашей цели. Главным образом, той задачи, которая стоит перед нами в Европе. Европа — это особое место. Это место, в котором есть некая особая энергия. И мы так вот, такие, какие мы есть. Первопроходцы, новички. И на нас возложено осветить, принести свет в эту Европу. Мы должны сделать это реально. Должны передать самую дорогую в мире вещь — любовь к товарищам. Путь Торы. Путь той самой единственной заповеди, существующей. Это не просто такое словосочетание, что мы находимся вместе. Это не случайно. Мы на самом деле находимся перед великой задачей объединения. И большое вам спасибо. Я вас очень люблю. Спасибо вам, дорогие мои друзья. Shevet